Привет! Сегодня у меня будет очередной рецепт при мужском бессилии, также для повышения потенции. Также этот рецепт очень часто помогает и при мужском бесплодии, и мужском бессилии. Я снял огромное количество различных рецептов народных упражнений для мужчин. Все они будут по ссылке в описании. Также в конце видео вы увидите 4 квадрата, переходите на них и дальше смотрите другие рецепты. Конечно же, применяйте разные рецепты. Итак, что нужно? Один раз в день. Можно это, в принципе, делать и утром, можно это делать и во второй половине дня, ну, например, в 6 часов вечера. Берем свежевыжатый морковный сок, покупаем хорошую тугую морковку. Дальше отжимаем свежевыжатый морковный сок 200 миллилитров. Далее покупаем качественное мумиё. Вот киргизское неплохое мумиё, можно другое любое, лишь бы вы знали, что оно настоящее и качественное. На один раз необходимо примерно 0,5 граммов. Вот здесь в таблетке 0,2, можно сразу с трех таблеток, то есть будет 0,6 граммов. Берем небольшое количество отдельно, небольшое количество воды, 50 миллилитров. Далее 3 таблетки по 0,2 мумиё. И начинаем, добавляем теплая вода должна быть. И осторожно начинаем растворять. Мумиё очень тяжело растворяется, поэтому потихонечку растворяем там за полчаса, за час, постоянно помешивая. После того, как полностью мумиё растворилось, добавляем на уже растворенного мумиё в 200 мл свежевыжатого морковного сока. Хорошо все перемешиваем и натощак выпиваем. Не кушаем, не пьем не менее 40 минут. Так делаем 25-30 дней. Потом, если необходимо, делаем перерыв 2 недели. Можно терапию повторять до 3 раз. Вот и все. Будьте здоровы и счастливы. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!